Сейчас покажем вам функцию панорамы в телефоне HTC One. Включаем телефон, выставляем в настроечках режим панорамы, развернутая панорама называется. Нажимаем клавишу записи видео и начинаем делать панораму. Панорама делается с максимальным радиусом 360 градусов. Ну, в принципе, достаточно, чтобы понять, вот, и 200. Склеиваются снимки и можем просмотреть нашу панораму. Пожалуйста, вот функция панорамы.